продолжает нашу программу «Школа танцев Гран-па». Пламя победы! Испокон веков Россия славилась сильными и мужественными людьми, готовыми оберегать и защищать свою родину. Быть защитником Отечества – опасная профессия. Наверное, самая опасная и сложная из всех профессий. Мы видим, как героически воюют и действуют наши ребята в ходе специальной военной операции. Плечом к плечу, если надо, прикрывая своим телом друга от пули. Самым отважным и сильным мы посвящаем
наши лучшие песни. «Кукушка» поет Марина Покровская. Российская армия никогда не перестанет доказывать свою мощь. Пример самоотверженного служения Отечеству русского солдата достоин уважения и подражания. Для вас поет участница военной операции в Сирии, жена военнослужащего Виктория Коготова. Вперед, офицеры! Встречайте! Thank you.
Есть высшая правда и высокая мера, и только в глазах матерей наших грусть. Российский бой идут офицеры, и жизни кладут за священную Русь. Берет офицеры честь, воля и сила. Это для вас не пустые слова. Берет офицеры за нами Россия. И Бог, и дом, Петербург и Москва. Берет офицеры за нами Россия, и Волга, и Дон, Петербург, и Москва. Непобедима Россия держава, непостижимая. Почетное право, служение отчизне есть высшая честь. Не доблесть, не славы, не правды, не веры, отдать за отчизну последний свой вздох. Россия и Бог. Берет офицеры честь, воля и сила. Это для нас не пустые слова. Берет офицеры за нами Россия. И Волга, и Дон, Петербург и Москва. Берет офицеры за нами Россия. И Волга, и Дон, Петербург и Москва. Берет офицеры честь, воля и сила. Концерт продолжается. Сильвио Басадский, муниципальный оркестр под управлением заслуженного деятеля искусств Российской Федерации Игоря Кондюкова. Музыка Александра Коллера, слова Ким Ржова, «Рябина». Исполняет солистка муниципального оркестра Мария Чудовская. Песни брать.
звучит Катюша. В 1942 году в битве под Сталинградом сыграла ключевую роль. Сейчас прототипы этого легендарного оружия системы «Ураган», «Град», «Смерч» наносят смертельные удары по нацизму, продолжая славные традиции стоять на страже национальных интересов страны. Для вас поет Светлана Артемьева. Катюша! Вместе споем? Давайте вместе, ребят. Расцветали груши, поплыли туманы над рекой. Выходила на берег Катюша, на высокий берег. Ну кто теперь вы? Немало героев, ведь каждый российский солдат навсегда равняется на легендарные примеры полководцев среды своей родины. Великий Александр Суворов сказал: «Солдат лучше русского нет нигде в мире. Они и сам себя не пропадет, и товарища спасет». Сегодня угроза геноцида нависла над русскими, живущими на территории Украины, которую в годы Великой Отечественной войны освобождал от немецкого фашизма советский солдат. Наша задача – не дать нацистской идеологии, которая вновь проросла и окрепла на Украине, победить. Мы верим в силу русского духа и в каждого из вас. Пока мы вместе, никакому врагу нас не сломить.
Победа будет за нами! Музыка Тухматова, слова Харитонова. День Победы исполняет Андрей Фармазов. Таял уголек. Были весны, обгорелые пыли. Этот день мы помешали, как могли. Этот день победы. День Победы! С праздником мира, улыбок, счастья!
свидания. До новых встреч. Всегда ваш дворец культуры.